рассказать о деревне Горье. Ну, она еще известна своим названием из 18-го столетия. В тот момент тогда насчитывалось 11 домовладений, 57 жителей. Значит, эти жители занимались земледелием, выращивали скот, то есть собирали ягоды, грибы, лекарственные растения, плели лапти, корзины. Что изменилось с тех пор? Ну, только что лапти, наверное, ничего не изменилось. Да, действительно, единственное, только что не плетут лапти, корзины плетут, скот разводят, ягоды собирают, грибы собирают. Здравствуйте. Да, батон сладкий. Как у вас весеннее настроение? Ну, конечно. Солнце светит, нам радостно. Да. 8 марта приближается. Ну, так что всем желаем здоровья, процветания. Вот. И чтобы деревня трохи сохранилась. Что же мы будем умирать? Тут росли, выросли, родились и тут пригодились. Ну, кто мы? Ну. Жители деревни Горле. Ну, Андрей здесь вырос. Да? Да, моя родная деревенька. А я, получается... Заезжая с Москвы. Да, заехала. Однажды приехала в деревню к подружкиной бабушке. В российскую деревню. В российскую деревню, да, тут недалеко. 4 километра. Пришли на танцы, познакомились. Потом расстались на много-много лет. Потом я работал в Петербурге. Она в Москве, потом я переехал в Минск. И тут я написала и приехала. А потом решили, что... Уехать из Минска. Да, уехать из Минска, потому что своего жилья не было. Нам там скучно стало. Да, и решили поехать на малую родину поднимать сельское хозяйство. Давайте покажите нам свое хозяйство. Пойдемте. У нас, правда, еще мало курочек, 10 всего, но они нас радуют всегда яичками. Арчи, кстати, а яичках есть они там? Да. Да. Одно есть, два есть. Вчера 8 было. И так каждый раз. Мы приедем, было 8, а с нами одно. Ну, куры волнуются, наверное. Они к вечеру просто. Солнце, забери Арчика. Арчи, иди сюда. На. Арчи. Наверное, звезда курица, прям подыгрывает. Дефиле сделал. Да, да, да. И так с поворотом, да? Против гусака. Зачем мне все это? Ну, как зачем? Я сейчас здесь... В Москве этого не видела, да? Ну, в Москве чувствуешь себя как в тюрьме, в четырех стенах.
едешь с работы, приехал домой, лежишь с утра опять на работу. Одна братья. Как бы одна, ну, одно и то же, одно и то же. А здесь всегда все новое. Мы находимся в бывшем колхозном саду, который отдали нам. Под фермерское хозяйство. Хорошее это дело иметь сад. Очень хорошо, мне нравится. Чем? Не знаю, вот даже проводить еще время здесь. Даже время, особенно вот когда цветет, ходит, вообще класс. Пойдет, гуляет. Уже вот даже пахнет весной. Ах, уже. Говоря, весна еще не могу. Все, ждем весны очень сильно. Работы, конечно, еще много постройки, но, думаю, будет еще 2-1.5 и все на выходе. Женское счастье, был бы милый рядом, и не важно, где жить, важно, с кем жить. Ну вот, и сегодня мы со шкварками будем жарить сало, блины. Вот, и спину. Это делается только в печи. Ну, может быть, для кого-то это будет как бы, ну, такое вот старинная уже вещь, ну, а мы без нее не можем. Ну, начинаем, режем сало на сковородку и печь, все очень просто. Встаем рано, ну, и самое быстрое, так сказать, вот шкварки в печь, блины, все сразу, все готовится, и все быстро, вкусно, ну, и дешево для нас. Это неприемлемо, чтобы у нас не было чего-нибудь сала, мяса, это обязательно, потому что в деревне труд. И тем более у нас вот такой, мы сами себя должны накормить, подумать о завтрашнем дне. И вот все вот, это очень много энергии на это уходит, и надо как-то возобновлять ее. Боюсь. Не бойся. Малышка, ты красавица. Вкусно пахнет, да? Колеса, конфеты, все. Ну, конфеты, как видно, ничего таки? Кушай. Вообще-то жили в одной деревне, мы знали все. Костя младше меня. Вот у нас разница в возрасте есть. Сейчас-то модно. Ну, модно не, но нам хорошо. Нам хорошо вместе, ладно. А модно, не модно. Вот, ну и как бы я его все время знала. Я сама россиянка, но живу здесь уже 30 лет. Памятник – наша гордость. Он находится недалеко от деревни Горня. И здесь мы встречаемся, россияне и мы, хотимские жители. Мы дружим здесь, отдыхаем возле этого памятника и отмечаем наши праздники.
Ну, я думаю, что смысл жизни в детях – это в первую очередь. Дети – это наше будущее. Ну, и главное, чтобы дети наши были хорошими, добрыми. Пойдем. Пушок, 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 пушок. Вливаем. Так. Такие у нас три. Девочка, и тут два мальчика у нас. Сашенька. Боже, у него же передние ноги прямо в еде. Они так всегда. Это же поросята. Вот здесь у нас козочки. Вот они у нас какие. Вот, она ускакала. А это детки. Ой, какие хорошенькие. Сколько их? Два? Два, да. Это козлики мальчик, или козочка? Козочка и козлик. Неси. Иди, ложи. В корыто ложи, дочь, в корыто ложи. Да, вот сюда ложи. Поймай одного козленочка в руки возьми. Ты не боишься, надеюсь? Она же шустрая, не хочет ловить-то. Лови, лови. Поймай. О, неси сюда. Вот, скажи. Скажи. Как зовут друга? А, скажи, еще не называли. Скажи, еще маленький. Ну, это Ванька, да. Это мальчик. Помогаем по хозяйству. Как, мама заставляет или вы добровольно? Добровольно. И на меня молодцы. Ну, где твои курочки? Зови. Это индоутки. Они не крякают, они шипят, как гуси. Ну, конечно, когда хозяйство есть, уже знаешь, что уже... Это свое, то есть да. Ты покупаешь. Сейчас уже все это самое, в магазинах уже... Во-первых, очень дорогое, чтобы купить. А это уже, поросенка зарезал, уже есть и мясо, и фарш, и сало, и маслы, хотя бы на тот суп. Уже все есть для себя. Куры яйца несут, покупать уже не надо. Знаешь, тоже свойское. Люди любят, чтобы свое было. А хочется жить где? В деревне или в городе? Ну, в деревне и в городе 50 на 50. Ну, не знаю, я на 100% хочу жить в деревне. Я привыкла, и отсюда никуда не поеду. Сейчас буду растапливать печку. Каждый должен уметь растопить печку, потому что в деревне во всех считается печки есть. В хате тепло, ну, можно есть сварить каждый раз. Если дрова есть. Но дрова всегда есть. Тут чистый воздух. Тут мы ходим в лес собирать грибы и ягоды. Так у вас, значит, вкусная жизнь здесь? Да. А что тебе больше всего нравится, грибы или ягоды? Ягоды. Какие? Черника. Ух ты. Ну, черничное варенье, боюсь, уже все поели. Да. Всем счастья!